Всем привет, друзья! Сегодня покажу вот такой вот экран. Новая модель. Показывает много информации. Давайте покажу вам. Так, вот инструкция. Это вот, чтобы поставить вот на него. Вот так выглядит кнопка включения-выключения и качелька для настроек. Вот так. С этой стороны ничего нет. И вход. Давайте подключим и посмотрим. Снимем пленку. Я снял обе пленки. Сейчас подключим. Все. А другой конец вот сюда. Так, давайте заводим двигатель и посмотрим. Так, 44 градуса охлаждающая жидкость двигателя. 45 уже. Давайте менять режимы. Обороты двигателя. Показывает скорость и время. Скорость плюс температура охлаждающей жидкости предупреждает на 120 градусов. Скорость плюс обороты двигателя предупреждает на 5000 оборотов. Скорость плюс расход топлива. Скорость плюс дистанция. Скорость плюс время вождения. Скорость плюс температура масла двигателя. Скорость плюс давление впуска. Только скорость. Также можно настраивать яркость экрана. Можно посмотреть вольтаж батареи, предупреждает на 10 вольте. Можно также удалить ошибки двигателя и так далее. Днем очень хорошо видно. Вот можете регулировать как вам удобно. Но очень хорошо видно. Давайте меняем на обороты двигателя. Вот предупреждает, что обороты выше 5000. Ставим ключ. Заводим двигатель и включается. Выключаем двигатель. Снимаем ключ и выключается.
в ночное время не ослепляет, нет блики. Ссылку оставлю в описании. Всем спасибо и удачи на дорогах.